нас ждут увлекательные мероприятия. Сегодня мы будем не просто участвовать в мероприятии, мы прямо сейчас начнем свой карьерный путь. Вас ждут 5 туров с различными вопросами, текстовыми, аудио, видео. Цель игры – ответить на их максимальное количество, вписывая ответы в соответствующие бланки. Все же знаете, да, что в угольных шахтах происходят взрывы. Все знают. Что взрывается? Метан, абсолютно верно. Так уже поинтереснее, да, немножко? Но подсеточку он почему-то не горит. Почему? Как ощущение, мужчина? Больно не было? Эрудицию и сообразительность. Соревнуйтесь по общей сумме баллов и займите первое место. Итак, все готовы? Тогда поехали. В 5-й по величине стране мира переводится дословно как Январская река. Он находится на побережье под взглядом одного из новых чудес света. Как называется этот город на карте? И стоп! В разное время от нее отделялись схожие забавы. Да и французский питан, какими бы разными они ни казались с первого взгляда. Какое название носит игра? В январе 2003 года этот предмет был поставлен американцами на первое место в списке изобретений, без которых они не смогли бы прожить. Что это? Связано для туриста с риском для жизни. Это также используется и военными, и обычными туристами. Назовите, что это? Сама. Так, готов к ответу? Он же не молод, конечно, но все равно красавчик. И компанию объединил один цвет. Назовите песню. Цвет настроения. Кто-то отгадал, да? Закончите его одним словом. Расти. Стала. Молодец. Отличный снег. Тетка, а сколько вы угадали из того, что вот процентов примерно? Процентов 30 угадали, а 70 точно знали. Гениально совершенно. Вам, это вам. Значит, я не зря приехал. Значит, мне удалось рассказать вам что-то интересное. Что сейчас будет? Что сейчас будет? Я. Потому что цвет такой же. Не видит, а прозрачный будет видеть? Вот так вот сделаю. А если так, то да, конечно. Давайте разбираться. Спиртик запропоновал. Не то слово. Не просто подожгу. Не советую это повторять. Ну, потому что можно получить серьезный ожог. На самом деле, эта штука еще и присосалась ко мне. Людей массой поменьше всасывает целиком. Поток воздуха, который давит, то шарик продолжает не падать. Хотя гравитация вниз, а фен уже вот так. Дюйте! Молодец, не получилось. Они
сегодня многое узнали в Еврохиме и о том, какая будет польза от им и от них. Карьера их должна там развиваться. Готовим-то мы для Еврохима. А скажите, насколько много Еврохим вообще участвует? Вы знаете, если бы не Еврохим, не подняться вот этому колледжу до того уровня, на котором он сегодня считается у нас. Вот благодаря административному директору Кравцову, он все же как начинал когда-то, они начинали с этим учебным заведением поднимать его и содержать. Почти такая же картина сейчас. Все то, что у нас есть вот в актовом зале, мастерские, и все это их спортзал. Так что они думают о том, что им нужны кадры свои. По принципу, где родился, там пригодился. У них теперь такой принцип у всех. Я благодарна администрации Еврохима. Скажите, ну а планируется еще проводить такие мероприятия? Да, конечно. И мы будем на школу выходить, мы будем в школу сюда приглашать. У нас все это, вот эта атрибутика остается, и естественно, что нам это будет большая помощь. На самом деле мы участвуем уже не в первом мероприятии. Первое мероприятие это было самое первое мероприятие именно Дня карьеры Еврохима. Мы его открывали в Иванском государственном технологическом университете. Ну, это вот наш сазонатом, родной вуз. Да, и можно сказать, что это очень важное мероприятие для студентов, для ребят, так как они узнают что-то новое для себя и задают вопросы, которые мы задаем. Это касаемо работы, касаемо условий, которые мы предоставляем, наша компания предоставляет специалистам. Понимает по нам, например, наш карьерный рост. То есть можно не узнавать, но это правда о том, что мы пришли на работу, вот я, например, пришел к этому пораньше. Прошел эта работа, и сейчас я инженер по рост. Для девочки это странно, такой большой рост. И ребята настраивают себя положительно, они очень хотят приехать к нам на работу. Благодаря, например, географическому положению Еврохим, нашей карте, они видят, сколько у нас предприятий, и для себя они могут определиться, куда они хотели бы поехать работать на нашем предприятии. Каким должен быть молодой специалист Еврохим? То есть это и личностные какие-то характеристики, и профессиональные? Скорее всего, он должен быть, в первую очередь, наверное, амбициозным. Было внутреннее желание развиваться в компании, достигать каких-то интересов и своих, и в общей компании. Ты хоть сидела всю эту жизнь? Должен какой-то быть багаж знаний, минимальный хотя бы абсолютно, чтобы как бы не с чистого листа, а знали, как происходит, что происходит. Мы вот молодыми специалистами приезжаем в разные учебные заведения, потому что студенты могут спросить у недавно бывших студентов, как это, что это, и задать вопросы лично, потому что у начальников ты всегда спросишь, как это неудобно бывает, или просто боятся, а с молодежью, Здесь можно говорить о том, что многие ребята приезжают к нам на практику. Мы уже с ними знакомы. И когда мы с ними встречаемся на таких мероприятиях, ну, часто, там, вот, если брать день карьеры или те же самые кейсы, мы встречаемся на кейсах, мы уже друг друга видим и понимаем, что это наши ребята, что мы их ждем в свою команду, и мы всегда их рады видеть. Аплодисменты победителям! Группа «Фосфат» выходит! Это третье место. За второе место. Школа ремонта! Аплодисменты! Разумеется, фото на память с представителем компании. И победителем в интеллектуально-развлекательной игре «Квиз» награждается команда «Ямбур». Видели, какие названия этого команды с нами? И было очень даже прекрасно. Мы разыграем фитнес-трекинг. Патрон. Мы вытаскиваем. Победителем является Смирнов Илья. Смирнов Илья. У нас сейчас эпоха. Мы разыгрываем iPad Mini. Вада Чеславна тянет. Ну и главный приз выиграет Пархотов Виктор Дмитрий. Отлично. Возможно,
себя. Я говорю, для саморазвития это очень полезно. Мне очень понравилось. Да, мне тоже понравилось. Хотелось бы так каждый день.